Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Широкое распространение смартфонов на Android привело не только к росту количества и качества игрушек, но и к появлению новых возможностей заработка. По сути, современный телефон – это маленький компьютер, и с его помощью можно делать много полезного, получая за это деньги. И в сегодняшнем видео мы разберем интересные приложения для заработка на телефоне. Это PlaySpot. Вот что пишут создатели приложения. В PlaySpot можно получить деньги за то, что просто играешь в последний увлекательные игры на своем телефоне, которые предлагают приложение и что можно получить доллары, и их можно вывести на различные электронные кошельки. В приложении много предложений по скачиванию игр и прохождению их. И проходя уровень за уровнем, вы зарабатываете монеты, которые можно вывести с виртуального счета на реальный. Все, что вам понадобится, это немного свободного времени, которое вы тратите на простые игры в телефоне, доступ к интернету и желание развлекаться. Регистрация займет у вас всего пару минут, и сразу после установки вы начнете зарабатывать, не покидая своей квартиры. Таким образом, PlaySpot предоставляет любому пользователю уникальную возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома. Говорят, что главной особенностью приложения является разнообразие доступных заданий, после выполнения которых пользователи получают денежные вознаграждения во внутренней валюте, то есть монеты. Также заработать можно с помощью прохождения социальных опросов, просмотра видеозаписи спонсоров, с помощью установки игр и прохождения уровней. Вы можете строить башни из блоков или расстреливать шарики в какой-нибудь аркаде и при этом зарабатывать деньги на свой личный счет. Вам не нужно выполнять каких-либо незаконных действий или спам-рассылок. Весь заработок является абсолютно легальным. В процессе выполнения задания растет статус профиля, от которого напрямую зависит количество доступных заданий и денежные вознаграждения. Другой важной особенностью приложения PlaySpot является поддержка быстрого и легкого вывода заработанных монет в реальные деньги. Вам на счет будут капать специальные монеты. Приблизительный курс 1000 монет 1 доллар. При скачивании приложения, кстати, сразу дарят 5000 монет. Получается, для первого вывода необходимо накопить около 15 долларов. Доступны следующие варианты. Пополнение кошелька PayPal, покупка сертификатов Amazon, купоны в магазине Google Play и банковские переводы на любую электронную карту. Плюсы этого приложения. Приложение можно скачать и использовать бесплатно. Позволяет зарабатывать реальные деньги за выполнение задания. Для заработка нужен только смартфон. Поддерживаются все актуальные версии Android. Присутствуют различные типы задания, от просмотра видеозаписи до загрузки игр и прохождения уровней. Реализован простой и удобный интерфейс. Поддерживается вывод в реальные деньги различными способами. Но, по-моему, есть и минусы. Полностью понять, за что больше всего начисляют деньги, я так и не поняла. То ли за общее количество проведенного времени, то ли за количество просмотренных рекламных блоков. А может и рейтинг игрока влияет на это, ведь они сотрудничают с многими популярными мини-играми и делятся со своими пользователями частью денег от реферальной программы. Поэтому здесь куча игр, и за каждую установленную игру дают примерно 200 монет. За уровни 5-10 монет, и за каждую минуту идет по одному монет. Однако, если сидеть несколько дней в одной игре, то прибыль заметно падает. Возможно, из-за того, что реже достигаются новые уровни, поэтому приходилось менять мини-игры максимально быстро. Баллы можно обменять на PayPal от 20 долларов, банковский перевод от 20 долларов также, Google Play сертификат от 25 долларов, Amazon сертификат 20 долларов. При этом, чем больше хотите вывести денег, тем меньше требуется баллов. Например, если хочется вывести 200 долларов, то потребуется 184 616 монет. То есть скидка составляет 77%. Требования. К моменту регистрации пользователь должен быть не моложе 18 лет и полностью дееспособен. В случае возникновения сомнения, организация вправе потребовать от индивидуального пользователя представить документальное подтверждение возраста. Пользователь вправе в любое время удалить сохраненные им в своем аккаунте данные на основании наличия онлайн-приложения. Для доступа, изменения или удаления данных пользователя необходимо отправить электронное письмо на адрес support@playspot.io с адреса электронной почты пользователя, хранящегося в учетной записи. Если пользователь меняет свои рекламные идентификаторы в Google или создает более одной учетной записи, он может быть заблокирован, а его монеты удалены. Имейте это в виду. Для определенных
определенных вариантов вознаграждения пользователь должен указать свои платежные реквизиты в связи с выплатой вознаграждения. То есть это банковские реквизиты, адрес электронной почты и имя пользователя для своего онлайн-счета, если это необходимо. Ваш запрос на вывод средств обычно будет обработан в течение 20 рабочих дней после получения запроса при условии, что пользователь использовал приложение в соответствии с полными условиями приложения. Чрезвычайные обстоятельства могут привести к тому, что перевод займет более 14 дней. Компания полностью оставляет за собой это право. Доступность. Предоставляемые онлайн-сервисы обычно доступны 24 часа в сутки. Компания не дает никаких гарантий, что приложения, а также услуги и функции будут работать должным образом и будут доступны без перерыва и ошибок в любое время. Дополнительные способы заработка. Также есть много других способов быстро заработать деньги на вашем телефоне. Советуйте приложение всем своим друзьям, Facebook Messenger и получите шанс заработать деньги на привлечение новых пользователей. Просмотр одного рекламного видеоролика принесет 10 баллов, а также 100 баллов можно получить за лайк фотосоздателей PlaySpot в Instagram. Ну и еще один способ – это вход PlaySpot через учетную запись в Facebook. И да, по поводу взлома программы, то это в принципе невозможно, так как все данные хранятся на серверах разработчиков, и если вскроются попытки взлома, то ваш аккаунт заблокируют. А какие еще есть приложения для заработка на телефоне, я вам уже рассказывала, показывала, ссылку оставлю в описании, если интересно, посмотрите. Вообще мобильный заработок требует минимум времени и усилий, обычно отнимает менее 1 часа в день, можно получить высокий доход, то есть позволяет покрывать затраты на мелкие расходы или оплату. Связи подходит для людей без образования, вся работа очень простая, зарабатывать может даже ребенок и заключается в выполнении элементарных действий. Нет привязки к месту, получайте доход во время поездки в метро или автобусе, перерыве на работе или учебе, во время обеденного перерыва, не требуется инвестиции, заработок без вложений, все что нужно это устройство Android с подключением к интернету. Правила безопасности. Знать лучшие способы, как заработать деньги через телефон, недостаточно, потому что важно понимать, как не попасться на удочку мошенникам, которые ежегодно изобретают новые способы обмана. Распространенный способ – изготовление фейковых приложений, которые полностью копируют оригинал и предлагают пользователям привязать пластиковую карту для получения бонусов. На самом деле поддельный софт начинает списывать средства с банковского счета и параллельно скачивать логины, пароли и другие персональные данные с телефона. Следующие правила помогут избежать неприятностей. Скачивайте приложение только с официальных платформ и сайтов, предварительно изучив отзывы, потому что всегда вероятен обман. Не верьте обещаниям увеличить вложение в 5-10 раз за день, потому что это невозможно. Не переходите и ничего не загружайте по сомнительным ссылкам, даже если отправителем указан Сбербанк, но в крайнем случае позвоните в организацию и уточните ситуацию самостоятельно. Не публикуйте личную информацию и платежные данные в публичном доступе, потому что так доступ к ним получат мошенники. Не выполняйте большие тестовые задания бесплатно, потому что ваше время стоит больше. Осторожный и трудолюбивый пользователь заработает до 3000 рублей за месяц в рекламных приложениях, но во фриланс-сервисах верхняя планка для профессионалов отсутствует, а новички получают от 1000 до 5000 рублей. Основной работой такая деятельность, конечно, не станет, однако дополнительный доход можно потратить на оплату сотовой связи, интернета и коммунальных услуг. Сейчас давайте посмотрим, что пишут люди, которые уже пользовались данным приложением. Отзывы есть как положительные, так и отрицательные. Сейчас я посмотрю. Так. Вот что пишет Укупник 62. Россия, Москва. Давайте сначала посмотрим новые отзывы. От 16 мая 2020 года. Достоинства. Легкость, безопасность, обыкновенные развлечения. Недостатки. Неправдивая реклама. Это приложение дает вам возможность развлекаться и получать небольшой бонус. Там есть много различных незамысловатых игр, в которых вы, возможно, и так играете. А так можно просто играть, и у вас постепенно будут копиться баллы, которые вы сможете обменять на деньги в определенных приложениях. Только не стоит сильно обольщаться, так как это не может быть полноценным заработком. Не стоит надеяться, что вы сможете на этом поиметь большую выгоду. Это приложение как некий мини-бонус к вашим развлечениям. На самом деле я бы вам его посоветовала, потому что никакого вреда оно не несет. Хочу дать совет. Просто старайтесь не обращать внимания на баланс. Это довольно бессмысленное занятие. Вот такой отзыв. Давайте еще посмотрим. Про 100 Master 228. Приложение работает по 27 июня. 2020 года. Можно достоинство. Можно вывести деньги себе на карту, и такого приложения нигде больше не найдешь. Недостатки. Очень сложно выполнять задания. Приложение нормальное и для заработка вполне сойдет. Вот только надо так стараться. Сначала дают 5000 баллов,
долларов в США. Дальше, если ты хочешь вывести 20 долларов, тебе нужно накопить 15 тысяч баллов, но это очень сложно. Выбирайте задания, за которые дают больше 6 тысяч баллов. Например, я быстро вывел деньги на Сбербанк и выбрал два задания. В одном надо было прокачать штаб 20 LVL в игрушке, какую-то другую. В общем, это очень сложно. И поэтому работайте, как мне сказал отец, легких денег не бывает, надо работать. Кстати, я согласна. Украина. Сафаров Хаким пишет, время – деньги, но явно не в этом случае. То есть здесь уже отзыв не очень. От 23 октября 2019 года. Достоинства – простой и красивый интерфейс, недостатки приложения не выполняют свою главную задачу. В наше время, когда цены увеличиваются, а бюджет нет, каждый пытается получить дополнительные средства заработка, как я, может. Ну а какой здравомыслящий человек не хочет получать денежные вознаграждения за такой пустяк? И такую возможность якобы предлагает приложение PlaySpot. Ключевое слово якобы. Нет, я не буду кидаться громкими словами, мол, они обманщики и тому подобное. Это не совсем так. Разработчики всего-то сделали так, как что достигнуть нужного количества баллов фактически невозможно, и вряд ли когда-нибудь вы сможете обналичить заветные доллары, заработанные тяжким трудом. Я пользовался данным приложением почти неделю, и с каждым днем возможность получения баллов становилось все меньше, а цель все дальше. Итак, что мы получаем в итоге? Выкинутые в пустую время и разочарование. Однозначно не советую пользоваться таким сомнительным средством для заработка. Вот так вот все отзывы разные. То есть, ну, если вам интересно, посмотрите, вот где отзывик. Отзывов тут на самом деле очень много. Получилось у вас заработать или нет? И что вообще вы думаете насчет этого приложения? Напишите в комментарии. Думаю, многим это будет интересно. А у меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.